Добрый день всем любителям Hearthstone, с вами Сергей, и я рад приветствовать вас на своем канале. Потасовка, давайте смотреть. Колоды, общий сбор, все обитатели Азерота хотят сражаться на вашей стороне. Начните сражение с небольшой колодой и нанимайте бойцов по ходу матча. Мы начинаем. У нас был паладин, друид, жрец, по-моему. Давайте, пускай будет паладин. Ежедневное задание, я имею в виду. Давайте смотреть, что в этой потасовке. Судя по всему, вот если я так правильно припоминаю, была уже такая потасовка. Это, по-моему, уже даже... Играйте, собирайте свою команду. Удачи! Так, и это будет... Ну, из этих предложенных карт наиболее лучшим является заступник авангарда. Значит, мы разыгрываем курицу. И мы получаем... Не знаю, попробую так. Я не очень понял, что произошло с моими картами. Давайте разбираться. Так, мана змей. Хорошая карта. Монетка. Вторая монетка. Отлично. У мага получается сыграть и курица. Меч справедливости — это очень хорошо, но... Имя справедливости. Вот так я решил почистить стол противника. Я, честно говоря, не совсем уверен, что я правильно поступил. Но других вариантов у меня нету. Я еще не очень понял вот эту идею смены колоды. То есть сейчас мне вернулись то, что было ход назад. Так, он прокачивает своего мана-змея. И это неприятности. Плюс один к здоровью, да. Так, провокация. Так, у меня три кристалла, есть монетка, есть шанс взять праведную защитницу. Можно взять неправедный суд против этого. Но все равно, чем его убивать? Манозмеем. Ладно, будем пробовать. Так. Надо действовать быстрее. О, а тут всегда будет меч справедливости. Это хорошо. Мои курицы будут бомбезные. Мне кажется, что это был... Ох ты, опять мана змей. Вот это да. Это действительно будет победа, потому что он всегда будет стакать мана змея в своих... Всегда будет стакать своих мана-змеев. Через монетку. Жду приказаний.
Ну, вроде бы немножко получилось у меня выровнять ситуацию. И главное, что у меня есть секрет. Видите, как неплохо разгоняется мана змей. И мы в ожидании. В ожидании. Кем же он нанесет удар? Лишь бы не курицей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ложись! Не свезло. Не свезло мне! Вот если бы это он девяткой ударил, это было бы супер. А так, конечно... Фух. Шансы не очень большие, конечно. Свет меркнет, но мы будем... Приказаний. Даже не знаю, стоит ли мне разыгрывать плюс один к атаке. Я могу, но нужно ли? Нужно. Нужно, решил я и разыграл абсолютно все карты. Единственное, что меня смущает, 10 единиц здоровья в моем случае. Ложись! Хороший секрет, он не дает открыть так легко божественный щит. Ему придется или тратить две маны, или еще что-то. Так. Интересно. Все. Вот такое вот неэффективное использование. Свет меркнет, но мы будем... Я настражую! Вот такое неэффективное использование. Карты за 3 маны, мелкие сошки, я взял только одну карту. Пепел, пепел. Ну, не знаю, не удается мне выровнять игру, конечно, поэтому... Черный страж, кровавый червь. Вот и... А вот это я, может быть, зря сделал. Жду приказаний. Бою! Ну, он догадывается, какой у меня секрет. Самопожертвование. Ну, все, пошел разгон. Мана змея. Пошли!
Отлично. Игра сразу не пошла, и было видно, что она или затянется, или... Давайте посмотрим ежедневное. Значит, у меня есть победа, паладин, жрец, друид. Только что был паладин. Значит, теперь будет жрец. Давайте. Жрец. Третья игра будет друидом. Жрец играет против шамана. Упало ведро в колодец и ход. Я вижу грядущее. Ну, раза плененный, конечно. Как он меня сейчас достает в ладере, если бы вы знали. Эти жрецы. Как достают эти жрецы сейчас в ладере? И хлоп. Нет, еще монетка. Что будет? Еще одна курица? А, нет, еще одна монетка будет. Неплохо. И что будет? Тотем. Лишь бы не провокатор. Ну да. Не везет. Так. Ну. Только за счет того, чтобы выпустить много куриц, какой-то шанс у меня есть. Возможно. А возможно, никаких шансов и нету. Ну, зараза плененная еще у меня. Зараза. Зараза плененная. Зачищает стол мой. Отлично. Щупальца. Вот. Сейчас будет мой главный ход. Разоплененный. Чтобы я всегда мог себя подлечить. Эти джунгли помогут. Неплохо. Так, каким же мне убивать? Вот мне непонятно. Непонятно. Клирик. Ну ладно, пускай будет клирик. Ах ты, ёлки-палки. Так у меня же, ну блин, вот это я ошибся. Вот это можно выходить. У меня же действительно, я не совсем забыл, что у него надо, чтобы не было одинаковых карт. Не, все, я думаю, это без вариантов. У меня даже мысль выйти из этой игры, потому что я глобально ошибся. Я думал, у меня будет сила героя стоить 0 маны, а теперь...
все продолжение бессмысленно. Все продолжение бессмысленно. Попробую еще один ход, но в целом... В целом я не верю уже в успех этой игры. И что-то... Может, друид с големами будет нормально заходить, если будут такие карты разыгрываться. Да, бессмысленная, беспощадная. Потасовка. Добавим капельку ноя. Это ранее? Можно. Вот вообще все не так сделал. Вот. Я не знаю, куда я спешу. Сначала нужно было разыграть клирика. Потом нужно было разыграть алхимика. Скорее всего, для того, чтобы клирик потянул мне карту. Потом нужно было сыграть плюс один здоровью на клирика, чтобы вечный страж его не убил. А, ну тут даже так. Ну все. Давайте не будем терять время. Это неинтересно. Ну хорошо, я сдаюсь. Это лишь вопрос времени, как он заполнит стол. А у меня играть реально некем. Друид. Выходит на арену друид. И он играет против... Против охотника. Отлично, пока попадаются все абсолютно разные классы. Поборник Туна, мне кажется, неплохая карта. Я не знаю, вот эти таблички крайне бестолково объясняют, что происходит. Ну, хрен с ними. Кстати, интересно, курица это же действительно звери. И-и-и. Так, тотальное заражение, боевой клич... Пылкий элементаль. По-моему, неплохой парень этот пылкий элементаль. Побольше куриц. Плюс один к атаке, да. Вот Ктун мне нравится. Поборник Ктуна. 2 единицы урона это... И... Не лучший ход. Возможно. Сама природа восстанет против Я тебя. Я не промахнусь. Вот нефритовая из-за... Вот такой вот Ктун. Так, отлично. Пылкий элементаль. Твой выход на сцену.
Нефритовое чудовище. Пепел, пепел. Здесь надо брать, кстати, существ или с боевым кличем, или с предсмертным хрипом. То есть, существа, которые не просто стоят, а будут стоять на столе, а... Вот, например, как здесь, да, боевой клич, пожалуйста, человек берет. У меня, например, карта с предсмертным хрипом. Но количество карт, которые он начал выставлять, меня смущает. Зоркая разведчица меня не интересует, а меня интересует или император, или древние что огоньки. Же мне делать? Кто нас на самом деле интересует? Призывает 7 огоньков. Ну ладно, пускай будет 7 огоньков. Так, плюс 1 к атаке. Курица. Так, мне бы 6 кристаллов, и уже я хочу нефритовое чудовище разыгрывать. Потрясающе! Потрясающе, потрясающе. Я хочу разыгрывать нефритовое чудовище. Мне нужны големы. Големы. Плюс 1 к атаке. Пускай будет запретное дерево. И вот такое будет ход. Что хорошо в этом чудовище, в том, что у него небольшая атака и намного больше запас здоровья. То есть он, в принципе, убивает всех существ, которые противника, но при этом ему нужно разменяться. Вот смотрите, то есть отдать 3 существа. Теперь надо укус делать, да, я так понимаю. Нет, курица. Заряжен и готов к бою. Молодец. Здравствуй. Разобрался, здравствуй. Зверовод. А может быть, что нам? Добро пожаловать в стаю. Так, мне не нравится этот острящий парниша. Парниша, отключаю ему сообщение и жду в гости чудовище. И жду 2-2. Мне кажется, что... Ну, пока вроде бы неплохо у меня складывается игра. Вот так он решил сыграть. Кстати, это неплохо, потому что если он каждый раз будет разыгрывать эту карту и будет всем наносить 2 урона, то... Древо войны.
сам замер в ожидании, что может преподнести вот так вот секрет. Какой сюрприз может преподнести охотник? Что может быть за секрет? Давайте подумаем. Наносит всем 2 урона. Может быть, наносит урон существу, которое мы выложим. Это мы проверим курицей. След теряется. Такой будет план. Мурлок, это не зверь, отлично. Мало ли, вдруг у него какая-то будет комбинация на зверя. Вот сейчас мне немножко нравится моя ситуация. И в первую очередь мне нравится, что у меня в руке лежит чудовище. Ну вот то, что приходит... Элиза, это, мне кажется, немножко несправедливо. Кстати, плюс 2, как вам? Может быть, разыграть эту карту? Давайте возьмем древо мудрости. Это существо сможет атаковать в мой следующий ход. Но при этом никто не погиб. Вот такой был план на игру. Ух ты, у меня есть существо под, с атакой 5, если его не убьют сейчас. Небесная провидица. Мы знаем, что это за секрет. И это неприятный секрет, потому что... Он позволяет нам зачищать стол, но не позволяет атаковать, да? Так, жаль мне терять этого парня. Значит, нам надо зачистить стол.
нам повезло. Может быть, я... Конечно, я тогда зря ошибся. Зачищал стол. Мне не нужно было этого делать. Ну, вроде бы должна быть победа. Вот так я считаю по очкам. То есть, даже если у него сейчас будет 2 урона. Всем моим существам, да, то... Да, у меня остается на столе 10 урона. И мы прощаемся. С охотником прощаемся. И нам дают новый комплект карт, который мы пока еще не можем открыть. Фух, ну, пам-пам-пам. Ладно, давайте еще раз. Друидом сыграем. Получается очень медленная потасовка и очень рандомная. То есть такая потасовка, конечно, немножко не в моем стиле. Я такие не очень люблю. Давайте смотреть. Друид против друида. Ну что ж. Может быть, практически зеркальный матчап. Но, естественно, будут приходить разные случайные карты. Вот это то, что сейчас происходит у моего соперника. Он раскапывает как бы карту. То есть ему предлагается на выбор 3 карты. И он берет одну из них. Что будет делать? Плюс 1 к здоровью. Плюс 1 к здоровью, да. Плюс 1 к здоровью. Итак, карты для меня. Это будет рывок. И священник Синдарай. Пусть это будет священник Синдарай. И я делаю переход хода, пока мне ходить нечем. Можно было там разыграть плюс 1 к атаке, но я не хотел, потому что это тогда убивается курицей. Вот такой ход будет. Неплохие существа. Возьму черный рыцарь на будущее. Плюс 1 к здоровью. Нужно больше куриц. Нужно больше куриц. Наверное, этот звук будет сниться мне, вам. Звук розыгрыша карты курицы. Так, коготь. И что будет? Плюс 1 к здоровью, да? И что, пойдет в лицо или... Нет, в курицу. Что ж, идеальный вариант. Коготь разыгран не в мою. Провокация. А неплохо. А неплохо. Но нам нужно сделать следующее. Мы должны очистить солнечный колодец. Надо очистить солнечный колодец. Черный рыцарь.
О, все. Вот это начинается у меня проблемы. Вот это начинается у меня проблемы. Потому что... Что же мне делать? Потому что... Природы. В наступление. Потому что будут, если големы, если он будет прокачивать своих големов, то через этот нефритовый дух, то у меня будут проблемы. Проблемы, проблемы, проблемы. Какой он будет ход делать? Будет ли ходить в лицо? Коготь, да, была у меня такая мысль. Коготь. Защитницу Синдрая убьешь. Так. Пантера. Угу. Сила героя. И... Плюс один к здоровью. Неплохо. У него все неплохо получилось. Так вот. Полночный дракон. Ну, сейчас будет судьба полночного дракона. А суть будет в том, чтобы существ разыгрывать и бить в лицо, я думаю. Да-да, нефритовый дух, то, что я вам говорил, то, что меня ждут неприятности. Плюс один, ух ты, жаль. У него получилось зачистить стол, а вот чем буду зачищать стол я, это пока мне не очень понятно. Так, у меня есть перевертыш или древние огоньки. 3-5. Что же мне делать? Не знаю, мне кажется, выгоднее древние огоньки, потому что... Плюс один к здоровью. Потому что... Потому что так хоть я хоть как-то заполнил поле и могу сейчас хоть немного отбиваться. Кислотный слизнюк, но оружия нету. А вот это неплохой ход, да. Ну, с другой стороны, я бы бил в лицо на его месте. Так, давайте думать. Я должен защитить эту землю. Шарах. Мы должны очистить солнечный колодец. Вот так мы зачищаем стол, но, честно говоря, с большими
ну, трудностями зачищаем стол. Черный рыцарь вообще мне пока не может помочь. Как мне нанести? А нет. Коготь. Я тоже беру друид. Никто не пройдет. Имя природы. Вот так будет зачищен стол. И у нас примерно равная ситуация. Мне нравится, что у меня есть хранитель чаще. У него есть как урон, так и немота. Он может наложить. То есть, в принципе, я надеюсь, что это может нам как-то помочь. Была у меня такая карта, но Кун, забытый король. Он полностью восстанавливает ману. Должна очистить солнечный колодец. Я должен защитить эту землю. Я не... Так. Повелитель чумы. Ну, у него, конечно, неплохие карты. Мне будет не так легко, как хотелось бы. Во имя природы. Стукну я паучка. 10 кристаллов наконец-то у меня сейчас будет. Яд плюс метка. Лунные видения. Карта. Я надеюсь, тебе придет две курицы. Так, одна курица точно есть. И что еще пришло? Так. Пам-па-пам. Так. Ощути имя природы. Так. Как мне нанести? Ну, к сожалению, других карт мне не получится разыграть. Мне кажется, он собрал более лучшие карты и... меня ничего не ждет. То есть... ну и очень длинная потасовка. Ну очень прямо. За счет этих смен карт, выбора, 3-5, перевертыш. Честно уже говоря, надоело. Паутина, распутывай. Победа ух ты. За тобой. А я обрету покой. Ему, наверное, просто надоело. Ну, честно говоря, мне тоже. Потасовка, от которой я не испытываю удовольствия. Поэтому я заканчиваю ее. Прощаюсь с вами.
и до новых встреч. Всем счастливо и пока!